километре федеральной трассы Тюмень-Омск с правой ее стороны расположено село Омутинское. История села Омутинское уходит вглубь 4 столетий. На высоком берегу Вагая был возведен сторожевой фортпост, крепость Омутная. По данным исследователя Сибири 19 века Потанина, в 1744 году фортпост в деревне Омутная уже существовал, и его гарнизон насчитывал 76 человек. Считают, что название Омутная было дано потому, что в ее окрестностях было много омутов. В 1782 году Омутинское в документах названо Новозаложенным. В него переселилось 18 семей из соседней деревни Подволошино и 29 человек из Загоракского стана. Сюда же поселено 18 человек обслуживающих солдат. По данным 1893 года в волостном селе Омутинское был 231 двор. Жили 477 мужчин и 404 женщины. А в документах, датированных 1903 годом, сказано: село Омутинское при реке Вагай на почтовом тракте. В нем находится церковь волостная, церковно-приходская школа, библиотека, хлебозапасный магазин, почтовое отделение, кожевенный завод, водяная мельница, склад земледельческого орудия, 30 торговых лавок, маслодельный завод, 2 ярмарки. На 1907 год это был торговый пункт, который имел 14 торговых заведений с общим торговым оборотом 130 тысяч рублей. Население его занято выделкой кирпича, которого делается свыше 70 тысяч штук. Также местность заселялась бежавшими людьми с Урала, солдатами и двоеданами, которые надеялись в этих краях спасти свою веру от преследования. По именам первых переселенцев назывались части поселка Чуркино, Усольцево, Малалеево, Боярка. Постепенно расстраиваясь и сливаясь, хутора и деревни превратились в село, названное Омутинским. В конце 19-х, в начале 20-х веков по Московскому тракту через Зимовье, Вагай и Омутинское гнали ссыльных на восток. С 1910 года село Омутинское становится экономическим центром. Здесь прошла железная дорога. В 1911 году был построен железнодорожный вокзал. Снаружи здание не перестраивалось, а внутри несколько раз производились реконструкции. В 60-х годах территория железнодорожного вокзала была благоустроена. Посажены деревья и положен асфальт. Главную роль в истории сыграла река Вагай. Именно она явилась причиной того, что разбросанные по берегам хуторки объединились. Через село проходила большая дорога, так называемый Московский тракт. По этому тракту шли большие обозы с различными товарами, ямщики везли почту. Во время весеннего паводка и летом, когда шли дожди, в долине, где река пересекала дорогу, было топко, поэтому телеги приходилось вытаскивать вагой, то есть большой длинной палкой. От слова «вага» река и стала называться Вагай. Река берет начало недалеко от села Вагай, в болотах, впадает в реку Иртыш. Длина реки 250 километров, имеет около 30 притоков. Население села занималось извозом, сельским хозяйством, торговлей. Особенно расцвело село, когда через него прошел Сибирский тракт. Стали традиционными ярмарки Иннокентьевская, Стасская, Алексеевская. На ярмарки свозили разнообразный товар – телеги, ходки, кашовки, сани. Торговали тюменскими сундуками и коврами, уральским железом, курганской кожаной обувью, шадринскими валенками, шубами, оренбургскими пуховыми платками. Крестьяне окрестных деревень привозили кожу, овчины, шерсть, лен, коноплю. Уральские и московские купцы свои товары продавали по высоким ценам. Историческая часть села Омутинского, улица Советская. До сих пор по улице Советской стоят приземистые кирпичные здания. В
которых раньше размещались магазины и особняки местных купцов. Дома выделяются размерами и нарядностью среди окружающих застроек. Главный фасад домов богато украшен, невысокие здания зрительно приподнимают вверх круглые окна второго этажа, которые сделаны в виде объемных арок и зрительно углубляют окна. Подоконные проемы красиво оформлены шашечками, которые идут параллельно верхнему ряду над окнами. В доме скупщика скота непомнящих на втором этаже жили, а на первом был винный магазин. В настоящее время в этом здании расположен районный отдел внутренних дел. В этом здании проживала дочь купца непомнящих. Сейчас здесь находится районная ГИБДД. В 1897 году построен дом сына купца непомнящих Сергея. Сейчас в нем районный военкомат. Рядом находится тоже его здание. В нем в настоящее время располагается сапожная мастерская. Дом купца Аргова Михаила. В нем располагалась сначала милиция, затем Сбербанк, КБО, магазин. Сейчас Центр социального обслуживания населения. Первый этаж здания школы номер 2 был построен купцом Морозовым с большим количеством окон арочного типа. Рядом с домом купца Морозова построены его склады. Сейчас в них находятся магазины. В доме купца Резчикова находился райком партии, районный отдел народного образования. Сегодня центр внешкольной работы. Склады купца Морозова и склад купца Резчикова потом были соединены, в них размещается типография. В красивом двухэтажном здании, в прошлом дом купца Русакова, расположена вневедомственная охрана. А в подвале дома хранились пряники, где их обливали глазурью и подсушивали. Во дворе стоит бывший пряничный цех. За пряничным цехом был скотный двор. Рядом с домом Русакова находится старинное деревянное здание, двухэтажное, с резными наличниками. В нем жила его прислуга, а сейчас в нем размещается редакция газеты «Сельский вестник». Каменный дом, где сейчас располагается районный краеведческий музей, принадлежал купцу Якову Матунахину. У Матунахина была своя маслобойня. Сейчас в этом здании находится продуктовый магазин. У купца Новикова был построен мыловаренный завод, пимокатка, затем начальная школа, телевышка, а сейчас католический приход.